Дорогие рукодельницы, скоро Пасха, и мы все будем дарить друг другу яичко. Яичко – это не подарок, это символ, это дар. И дар можно просто подарить, а можно преподнести красивые упаковки. И поскольку мы вязальщицы, я предлагаю вам вязаную упаковку для дара. Посмотрите, как интересно можно оформить, казалось бы, простую вещь. Как можно преподнести яичко? Подставочка на столе. Ставите каждому члену семьи вязаную подставочку и яичко подставочки. Утром в теплом гнездышке каждый получает свое яйцо. Мне кажется, очень приятно. Тепло и очень уютно по-домашнему. Коллегам по работе или просто знакомым можно преподнести яичко в корзиночке. Вязаная корзиночка. Делов на 5 минут, но зато посмотрите, как приятно и как интересно. Другой вариант подставочки. Более закрытый, более красочный. Яичко упакованное, как бы в мешочке. Даже красить не надо. Ну и самый, наверное, интересный вариант – яйцо Фаберже. Яйцо в яйце. Открывается крышечка, и там внутри у нас находится яичко. Вязаное яйцо, двойное, с крышкой. Можно закрыть на веревочку, и у нас получается совершенно чудная шкатулка. Все эти виды оформления яйца у нас в бесплатном доступе на канале. Смотрите, пожалуйста, ссылка под этим видео, вяжите, радуйте себя и своих близких. Помните, главное не подарок, главное внимание.